Анонс и дата выхода 49-й серии турецкого сериала «Не отпускай мою руку». 49-я серия сериала «Не отпускай мою руку» выйдет в эфир 13 октября 2019 года. С русской озвучкой серия будет доступна через пару дней. Напомним, в предыдущей серии мы увидели, что так складываются обстоятельства, что Дженку приходится и дальше жертвовать счастьем своей возлюбленной. Он испытывает страшную душевную боль от того, что не может быть рядом с ней. Несмотря на то, что Дженк пытается предпринимать какие-то шаги, но от этого ситуация становится намного сложнее. Азра принимает новое решение, но оно совсем не понравилось Барышу, и теперь он должен будет переосмыслить свое место, которое на данный момент занимает в жизни Азры. Вскоре Барыш и Дженк сталкиваются при случайных обстоятельствах, и для обеих это становится большой неожиданностью. Фериде никак не может понять, что происходит с Дженком и Азрой. Ведь она узнала о том, что на самом деле они не вместе и лишь притворяются счастливой парой для того, чтобы не огорчать бабушку. Спустя время Сумру и Фериде остались наедине, и им необходимо будет серьезно поговорить. Азра вместе с Дженком отправляются в полицейский участок для того, чтобы рассказать про аварию и ее обстоятельства. Следователь сразу же представил им видеозапись с места происшествия. Азра стала понимать, что Дженк от нее что-то пытается скрыть. Тогда она обращается к нему с просьбой рассказать все, что произошло на момент аварии. Ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.